Режим самоизоляции ослабляется по всему миру. Карина Лацманова, жительница нашего региона, вместе с мужем и маленьким ребенком во время введения карантина оказалась на Тенерифе. Семья приняла решение переждать ситуацию на острове. В последние дни там ослабили режим. Вот что Карина рассказала специально для нашего телеканала. Мы не то чтобы застряли на Тенерифе, мы просто планировали этот отдых. И когда мы вылетели 17 марта на Тенерифе с России, то когда уже прилетели, уже был введен карантин, как второй день на Канарских островах. И мы решили провести карантин, отсидеть самоизоляцию в Испании. Сидели дома, никуда не выходили, соблюдали все меры предосторожности. Мы лишний раз не гуляли, и из-за этого у нас как бы даже в мыслях не было то, что мы сможем заразиться. То есть было запрещено ходить в магазин даже с ребенком. Детей оставляли или же дома, или же с кем-то, к примеру, на улице рядом. Поначалу. Потом уже ввели строгие меры, и все ходили только по одному, в масках и в перчатках даже на улице. И придерживались дистанцию 100 метров. 11 мая у нас были введены новые правила. С 6 до 10 можно заниматься спортом. С 10 до 11 до 65 лет выходят пожилые люди. С 12 до 7 можно гулять с детьми. И потом с 7 до 8 гуляют опять пожилые люди час. И с 8 до 11 начинается спорт. Или просто ходьба, ну или просто прогулка. Уже можно гулять по 2 человека, встречаться компанией из 10 человек, ходить к родственникам в гости. Можно ездить в машине по 2 человека. Нельзя было ездить. А с 11 мая у нас еще открылись кафе, заведения, рестораны. Именно на улице террасы. Принимают до 50%, и столики стоят в 100 метрах друг от друга.